Во время ужина оборвало провода, отключили электричество. Темно, никто ничего не видел. Всех опросили. Свидетелей, судя по всему, нет. У вас их никогда нет. Саня. Юрий Борисович, значит, смотрите, смерть наступила в результате ножевого ранения в паховую область. Перерезана бедренная артерия. Затем было нанесено 2 удара в живот, предположительно, тем же орудием. Ну, предположительное время смерти между 19 и 20 часами. Вероятная причина – смертельная кровопотеря. Так, давайте сейчас и вытащим, да? Вместе с камерой. Нам уже поболтать даем. Пацан, останься. Ну что, Авдеев, ёб твою в огне. Я просто сел с ним рядом. Просто. Начну с Маркин. Мог бы стать важнейшим свидетелем, а ты взял его и убил. Я? Я не убивал. Вы что, серьезно, что ли? Ну а кто его тогда убил? Я ничего не знаю, ничего не видел. Свет погас, все ломанулись к выходу, стали орать. Ну, я тоже ломанулся. А тебе сейчас что шьют? Разбой? Да. Ну вот давай теперь суммируй. Да я еще раз говорю, что это не я. А это никого не волнует. Либо сдаешь мне сейчас эту всю ситуацию, либо убил именно ты. Я не знаю никакой ситуации. Либо сдаешь мне все, либо пойдешь по 105-й. Да не я это, не я. Ну, думай. Короче, опроси тут всех еще раз, а то я не верю в качестве проведенной здесь работы. И всю инфу мне по инженеру. Жена, дети, кто посещал его здесь. Да побыстрее, сегодня же, ладно? Хорошо, сделаем. Я же сказал, я жду важного звонка, ну. Ну, привет, а мы что, не важный звонок? Ты нам скажи, что нам делать? Мы едем, когда? Вы едете? Слушай, вы можешь меня не дергать, а? Слушай, ну ты бы хоть пришел, мы не знаем, что думать. Слушай, когда я могу, я с вами, я не могу сейчас прийти. Ты хочешь с мамой поговорить, дать ей трубку? Да, давай, конечно. Привет. Привет. Че, как ты? Нормально. Даже не знаю, как тебя спрашивать-то. Ты такой сердитый. Да я тебе нормально. Спрашивай. Ну что, там ничего не получается с операцией, да? Марин, не говори глупости, а. Все получается, все нормально. Все, просто сейчас небольшая задержка. Марин, я все делаю. Че ты тогда кричишь? Марин, я не кричу. Сейчас жду очень важного звонка. От него много зависит. Поэтому, если у вас там все в порядке, то... Да, да, ладно. Хорошо. Я не буду тебя отвлекать. Давай, пока. Что там с ним? Варь, ничего. Просто не обращай внимания. Так, я не понимаю, нам что делать? Мы едем? Я не знаю. Слушай, может, тебе вообще в Москву поехать, а? Чего тут со мной торчишь? Тебе учиться надо? Нет, мам, мы это даже не будем обсуждать. Сейчас на кроватку обратно перебираемся. Давайте потихонечку на кроватку. Больно. И доктор к вам подойдет сейчас.
чуть-чуть попозже. А если мы не поедем долго? А если мы вообще никуда не поедем? Семен, ты вы что ли думал? Ты что натворил? Ты понимаешь, я больше не смогу тебе помочь, ты сам себя закопал. Гриша, сколько лет ты меня знаешь? Я что, совсем дебил его убивать? Это не я не убийца. Ты понимаешь, он теперь полный, мы никогда в жизни от этого не отмоемся. Даже если это не ты, менты все равно на тебя это повесят. Ну, если это не я, на каком основании они возбудят дело? Они найдут основания. Слушай, Гриш, я не скрою, у меня возникала мысль как-то решить с Маркиным радикально. Но это не я, эти клинки. А кто? Я не знаю. Может быть, разборки, что-то не поделили, случайность. Случайность? Да. Может, его вообще менты пришили, чтобы на меня повесить. Ты совсем уже... Кошмар какой. Жень, давай только без этого, ладно? Для нас это даже лучше. Теперь некому будет о нас рассказывать, да? Вы что такое говорите вообще? Человека убили просто так, вообще ни за что. Вы знаете, после того, как я к нему сходила, за мной стал следить какой-то мужик. Может, это как-то связано? Жень, послушай, его убили на зоне, понимаешь? Поэтому проследили, я думаю, тебе показалось. Не показалось. Я вообще не знаю, что теперь делать. Женечка, послушай, ничего не делать. Вести себя спокойно. Молчать. Понимаешь? Не думать про глупости. Не думать про плохое. Поняла меня? Вот и молодец. Нашел заразу, ты что? Хорошо. Добрый день всем. Юрий Борисович, кое-что новенькое. Там на этого замдиректора Леонова Олега Павловича тоже покушение было. Подушкой во сне пытались задушить. Там, конечно, никто ничего не видел, но он обращался в медпункт. Со следами борьбы на теле и ссадинами. Короче, специально на недоразумение начальнику СИЗО не захотелось с ментами связываться. Они и замяли. А, прикольно. Прикольно. А потом его в следственный изолятор перевели, он там свидетельствовать начал. Кто перевел? Градов. А, да? Да. И чё? Чё, сидит почему-то опять в общей камере. Кто его знает? Я ещё с ним не разговаривал. Всё? Пока всё. Молодец. Всё вранье, никто меня не трогал. Я просто сам решил разговаривать со следствием. Потом они сказали, что я ни хрена пользу не приношу, вернули сюда. В чем вопрос? Друг мой, а ты не боишься сдохнуть здесь, как твой приятель, а? А вы что-то предлагаете? Начнешь говорить, получишь защиту. Ага. Кто на тебя покушался? Никто. Я сам все придумал. Просто хотел выйти отсюда, хотел защиты. Хи**ня все это. Гниешь здесь, понимаешь, что это нет? Мы сейчас без камер, да? Без камер, да. Я вот что хочу вам сказать. Зря вы меня вот так вот туда-сюда. Ну, убейте меня. Я ничего не знаю. Маркин знал. У меня только домыслы. Возможно, у него были факты, а я просто тело. Я хочу как-то жить. Еще пожить. Протоколы моих допросов в суде. Больше я ничего не знаю. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Вариантов нет. Никаких зацепок. А там же молчать все будут до последнего. Ну ведь ясно же, что заказное. Выверено все. Ходили, пасли его. И грохнули, когда свет погас. Кстати, по поводу света тоже, думаю, их рук дело. Обесточили все к матери, чтобы никто ничего не видел. Слышишь меня, Серег? Угу.
Ребят мои в СИЗО тоже не знают, кто мог бы, хотя они в курсе всего движения. Да не, ну там профи работает. Ну, прикинь, артерию в паху перерезали и три ножевых в живот. Там за 5 минут уже все. Телефон в зарядку поставлю. Ребят, телефончик поставьте на зарядку, а? Пусть в этом следующем лежит, ага. Спасибо. Серега, а что за тайна у нас опять? Какие тайны? Чего ты мне не сказал, что на Леонова покушение было? Ну, я не подумал. А тебе что-то важно? Ты прикалываешься, что ли? Я что-то не понимаю. А человек покушение было, Леонов в медчасти обращался. Что, не важно, что ли? Юр, там ничего не было. Леонов просто очканул. Это ты про что, я не понял? Ну, просто очканул, хотел, чтобы я его перетащил на свидетеля. Так свидетель, он казался бессмысленным. О, здорово. Ты звонка, что ждешь? Маринка должна позвонить. Угу. Ясно. А тебе как самому кажется, Крюков, ты мог это делать? Да. Сергей Михайлович? Я слушаю. Это Люба, жена Маркина. Да, я узнал. Когда вы смогли бы приехать? Минут через 20. Я вас очень жду. Ребят, правда, удайте, пожалуйста. Куда подорвался-то? Не надо. Маленькие лекарства подвезти. Ну ладно, пока. Давай. Да беги ты уже, заплачу я. Вы проходите, пожалуйста, не надо рисоваться. Вот это вот все, что приготовил Жень. Я могу посмотреть. Мне не отдают тело. Когда я смогу его похоронить? Может быть, просто вы знаете? Сейчас пока идет следствие, работают судмедэксперты, поэтому... Я понимаю. Скажите, это я виновата, да, во всем? Люба, делай то, что просил вас муж. Вы знаете, что здесь? Нет, он просил ничего не трогать, я, конечно, ничего не трогаю. Я могу это забрать? Конечно. Это Крюков Женю убил, да? Я думаю, да. И надеюсь, что все это поможет его посадить. Спасибо. Держитесь. Спасибо. Я сказал своей жене, что она может отдать эту запись полиции, только если меня не станет. Значит, если вы ее смотрите, меня уже не стало, выходит. Если меня не стало, то я думаю, что меня убил Крюков Семен Александрович. Не он сам, нет. Нанял кого-то, и меня как-то убили. Поэтому пока он еще не убил меня, я хочу рассказать про трагедию, про обрушение Дворца искусств. Я виновен в укрывательстве глобального преступления. Я содействовал этому преступлению. Я боялся. Я закрывал глаза. Я получал за это большие деньги. Здесь доказательства хищения денег, подмены смет.
На строительство было выделено огромное количество денег на закупку самых высококачественных материалов, но мы покупали другие. У нас была черная бухгалтерия. Мы здесь, в этой папке, огромное количество разных свидетельств, документов, как все это происходило. А документы, которые подготовил для суда адвокат Крюкова, фальсификация. На самом деле мы не просто нарушали технологию, мы снижали стоимость производства в 10, иногда в 20 раз. Мы никогда не прошли бы ни одной строительной экспертизы. Все наши материалы были самого низкого качества. И мы все преступники. Экспертизу купили. Я присутствовал при экспертизе. Мы сдавали здание в эксплуатацию, которое не способно было выдержать. Если меня убили, эти документы попадают в руки полиции. Мне остается только надеяться, что хоть кто-то будет, кого не сможет купить Крюков. Хоть кто-то. Хоть один человек на этом свете. Если вы меня слышите, знаете, меня убил он. Я его не убивал. Это не важно. А как вы докажете, что это не ловушка? Никак. Либо я сейчас передаю документы в прокуратуру и в убойный отдел, либо не передаю. Я понял. С вами свяжется Гриша, на днях деньги будут у вас. Сегодня. Это сложно. Сегодня. Тебе звонит. Да? Он мне без звука. Чего хотел? Да слушай, а можешь мне показать дело Крюку? Пошли. Ты как его засадить-то собирался? У тебя вообще толком ничего нет. Ты что, все? Разберусь. А субподрядчики этого не нашли, что ли? На что ты вообще рассчитываешь? На удачу, Юр, что ты докопался до меня? Марин, как? Деньги нашел? Ну, вроде нашел. Где? Он часть фонд оплачивает. Что-то все бегло. Операция когда? На днях должна быть. Все в порядке, Юра. Да как там в порядке? Сидишь, он сам на себя уже не похож, серый весь. Так, все, давай, заканчивай. А хочешь совет? Нет. Серег, ну просто включи логику. Мы все любим очень сильно Маринку, она супер, все такое, но... Ты рискуешь. Заразишься гепатитом, это все навсегда. Юр, отвали, а. Да отвали-то, я не понимаю. Ты что, хочешь подохнуть из-за бабы, что ли? У тебя есть своя жизнь, своя бесценная жизнь. Вы с ней даже не женаты, у вас детей общих нет. Ты здоровый молодой мужик. Чего ты на меня так смотришь? Я уже по роже твоей вижу, что танком готов проехать ради Маринки своей. Ты просто на весы положи и все. Серег. Это просто баба. Отсюда пошел. Вот как с тобой разговаривать? Я пошел отсюда. Пошел ты сам.
вечер, это Градов. Добрый. Готовьте машину. У вас появились деньги? Да. Завтра мы готовы выезжать. Только если мы подготовим, а вы не поедете? Мы вправе будем потребовать неустойку. Послушайте, не будьте козлом. Нам еще с вами долго работать. До свидания. Пойду, наверное. А? Не, погоди, ты куда? Ну, я что-то как-то не вовремя приехала. Да перестань ты, все ты вовремя. Это у меня тут в голове ничего не сходится. Может, вина? Ой, не-не-не, у меня мигрень. Слушай, скажи мне, а это ты вела протоколы допросов прокурорские по Маркину? Какие протоколы? Ну, просто ты вела или кто-то другой. Они же мне ничего не показывают, эти прокурорские. Ну, прости, это я не тебе. Не, я поняла. Но я какие-то вела, но не все. Они же в суд приносят только то, что им нужно. Слушай, ну, может, ты что-то услышала, что Маркин там говорил такое неофициальное? В смысле? Потому что Маркин говорил что-то про Крюкова, ну, что прокуратура могла бы утаить. Я не помню ничего такого. Ну, из-за что-то его убили? Значит, он знал что-то такое? Юр, я в этом вообще не разбираюсь. Мое дело аккуратно вести документы, все. Ну, что так со мной разговариваешь? Как? Я тебя просто спросил, помнишь ли ты что-нибудь такое необычное, а ты... Юр, я ничего такого не помню. А что у тебя с лицом? Все нормально у меня с лицом. Нормально все? Да. Ты можешь зеркало принести, показать? Не надо. А сейчас принесу. Да все нормально, у меня голова болит, я же тебе говорю. Голова у тебя болит? Да. Вот сейчас доктор приедет. Иди сюда, вылечь твою голову. Юр, давай, правда, у меня такая жуткая мигрень. Писарев, ты чё? Раз дико болит голова, давай в другой день, хорошо? Давай. Оригинал? Копий больше нет? Сам ты как думаешь? Мне остается надеяться на твою честность. Ну что? Ждать честности от человека, который из твоих рук берет взятку, да? Все шутишь? Нет. Вот деньги. Завтра можешь забирать своего клиента. Следуя убийству вашего мужа, хотел бы вас порасспрашивать. Это не допрос, вам не стоит волноваться. Ладно, вы покажите мне, пожалуйста, еще раз ваши документы. Ну, пройдите, хорошо. Я вам соболезную. Не надо. Скажите, ваш муж незадолго до убийства пытался с вами связаться? Нет, ему было запрещено общение со всеми. Разве? А кто запретил? Мне так сказал ваш коллега, который ко мне приходил. Что за коллега? Следователь. А как звали следователя, не помните? Градов Сергей Михайлович. Да? А что он хотел от вас? Он хотел запись. Что за запись? Видеозапись, которую сделал мой муж. Я ее отдала в следствие. А что на записи-то было? Ну, я не знаю.
Вы хотя бы можете предположить, что там могло быть? Компромат на Крюкова, я думаю. Вы меня простите, ради бога, я действительно не знаю. Женя меня не посвящал в эту информацию, он только говорил, что это опасно. Но почему вы сразу-то, извините, не отдали ее следствию? Ну, потому что Женя сказал, что запись может быть передана полиции только в случае его гибели. Но получается, что он знал, что его убьют, и он боялся. А копия там, может быть? Да ну что вы, не... мне даже в голову не пришлось сделать копию. Сереж? Ну что, девочки, все, собираемся. Машину готовят. Все хорошо? Вы едете? Сереж, ты чего не позвонил-то? Марин, я предупреждал на низком старте. Ну, что, прям сейчас? Давай, собирай мамины вещи. Так. Все, выписку, документы сейчас заберу. Что за дурак? Может, позвони, что не мог, а? Так, чемодан где? Подожди, я пойду переоденусь. Ты не закрывай чемодан. Семен Александрович! Семен Александрович, комментарий, пожалуйста, комментарий. Пока идет следствие, все комментарии через меня, пожалуйста. Все обвинения с Семеном Александровичем Крюковым сняты. Не перекрывай, блин. Мой клиент по-прежнему проходит по делу как свидетель, но мы безумно рады, что справедливость все-таки восторжествовала. Все это время нам было очень непросто, но мы боролись. То есть вы хотите сказать, что все обвинения Семена Александровича Крюкова полностью сняты? Именно так. Мы счастливы, что у следствия наконец-то открылись глаза. Потому что все обвинения против моего клиента основаны на домыслах и клевете. Спасибо. 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 Снимай, когда да что за пробки-то, б***ки? Гриша, выпить привез? Конечно. С возвращением. Давай. А здесь еще дефибриллятор. И увел. А какие здесь есть? Послушайте, а. Здесь есть все, что есть в хорошей стационарной реанимации. Хорошо. Нормально? Ты все проверил? Все проверил. Ну, прости меня, что с тобой нет. Ну, ты прощен, прощен. Ничего нет. Я правда не могу. Ну, действительно, зачем тебе смотреть на мою старую и новую печень? Кому это надо? Дура ты дурацкий. Как ты не жал? Здрасте. Ты не волнуйся. Знаешь, мне кажется, все настолько плохо, что дальше должно быть только хорошо. Угу. Я тебе буду звонить из каждого города, в котором будем приезжать. Из каждого поселка, пожалуйста, тоже. Угу. Не смей со мной обращаться. Нет. Не смей. Нет. Ты сказала, я тебя люблю, как будто там умирать собралась. Градов, пошел. Вот. Все. Так лучше. Так же жизни нет. Все, ребят, принимайте. Так. Варюш. Ну? Пиши мне смски каждые 2 часа, хорошо? Я тут с ума сойду. Ага. А ночью поспать ты нам не дашь, да? Ну, ночью, может, пореже. Все. Блин. Я тоже вас люблю.
помогаешь Мите? А потому что я абсолютно безгрешен, Оля. У них на меня ничего нет. Так что невиновность и свобода. Ты уверен, что это все? Это абсолютно все, Оля. Тебе не верю. Лучше молчи, зайчик. Мы с тобой счастливая семья. Чисто. Ближайшие на той парковке, а эта зона не просматривается. Ага. Значит так, давай по порядку. Это твоим пацанам. Держи за инженера. Спасибо. Не наследили, нет? Ну все, отлично. Это тебе. Не надо мне, вы чего? Теперь надо. Держи, держи. Так. Значит, теперь главное. Сегодня полетишь в Германию. Так. Марине назначена операция. Твоя задача договориться с клиникой, чтобы оплата была наличными. Адрес клиники и все координаты здесь в конверте. Налик немцам? Ага. Сергей Михайлович, ну же понимаете, это нереально. Нет других вариантов, Сань. Предлагаю взятку. Ну, хоть треть. Хорошо, я попробую. Так. Самое главное, воткни этим в голову этим врачам, что оплата по операции проходит от фонда ГЕПОСТОП. Держи, не дай бог Марину узнать, что деньги от меня. Угу, я понял. Так. А помощь таможне нужна? Деньги провести? Не, я провезу, не надо. Все нормально. Домой. Так, билеты возьмешь? Да я все понял. Я погнал. Давай. Держи меня в курсе. Да, конечно. И будь на связи. Разумеется. Не волнуйся, я сделаю. Да, хоп.
Саня, верни за мной. Меня сейчас подранили. Давай, Саня, давай. Давай, Саня. Мы не поедем. Плазма здесь особо не поможет. Нужно переливание, понимаете? Это во-первых. А во-вторых, может начаться осложнение, сепсис. И тогда вообще... Так, закрыли тему. В больницу мы не едем. Что можем здесь сделать? Переливание можете сделать? Ну, гипотетически, конечно, я могу найти кровь, достать и сделать переливание. Прекрасно, достаньте. Я могу чем-то помочь? Можете помочь. Вы должны следить за его состоянием и в случае чего привести в реанимацию. Аккуратно. А вы можете следить? Можете приезжать два раза в день? Ну, да, могу, да. Но вам все равно нужно будет нанять сиделку, чтобы, если что, отвезти его скоро. Не волнуйтесь, я этот человек. Я буду рядом. Да? Да. Хорошо. Тогда давайте так. Завтра сделаем переливание. Угу. А вам лежать и не двигаться. А-а-а. Слышите? Звоните, если что. Естественно. Пойдемте. Я вам дал ему успокоительное. Его должны выключить. Спасибо большое. Спасибо. Все. Всего доброго. Дождем вас. Ну вы как? В смысле, ты будешь рядом? Вы слышали, что врач сказал? Я не могу вас оставить одного. Мне посрать, что он сказал. Ты поедешь к Марии, чтобы тебе через 3 секунды здесь не было. Что это вообще было? Покушение? Нет. Что нет, да нет. Я должен знать, чтобы помочь вам, понимаете? Я с нахуй не сойдел. Вот, хотя бы так. Зарегистрируй. Ну, я ж не идиот. Вы, пожалуйста, отлежитесь. Не ходите никуда, ладно? Давай, Саша. Thank you.
Thank you.